Друзья, всем привет, меня зовут Анимут, на новом канале, а это симулятор тушения пожара на Чернобыльской АЭС, представляешь, что придумали, охренеть, тут вот есть еще какие-то другие демки, вот, кстати, в трейн-симулятор даже мы играли у меня на канале, давай посмотрим, это вообще ранняя стадия разработки, поэтому видишь даже снизу надпись Work in Progress, Press F1, чтобы помощи получать, не знаю, как это должно выглядеть, наверное, интересно, а если будет неинтересно, тогда мы просто не будем в это играть, но хочется же в оригинальной симулятор сыграть, согласись. Чернобыль в многих играх мы видели, но нигде мы его не тушили, по-моему, если не ошибаюсь. Или поправь меня, если я ошибаюсь. Но я думаю, я не ошибаюсь. Должны быть, наверное, здесь какие-то баги, какие-то проблемы с производительностью я даже, наверное, ожидаю увидеть. И, ну, посмотрим вместе. Вот видишь, уже первая проблема в том, что долгая загрузка. Это же недоработка, разработчики. Разработчики, сразу берите себе так, опа, на карандаш. Исправить долгая загрузка. Великие дела достаются нам большой ценой. Кстати, должен быть русский язык. Это же типа Чернобыль там и все такое. Но я не нашел, долго искать не стал. Так, разберемся. Загрузка, кстати, была хрень какая долгая. Я прям уже поспать успел. Мы верим. В идеи. Сила, культура, наука, прогресс. Мы взрастили. Мир наблюдал за нами. Мы росли, мир наблюдал за нами. Мы стали лидировать. Но однажды нам пришлось заплатить. По Z5. Конечно, все мы смотрели от Чернобыля сериал HBO, знаем эту кнопочку Z5. Пятнадцатью часами ранее. Что там горит? Там был взрыв в главном здании. Выдвигайтесь к Чернобыльному, мать его, ядерному заводу. Третий и четвертый блоки. Крыша в огне. Есть ли там люди? Да, там люди! Охренеть, ты охренел. Я уже... Ну, атмосферно. Вообще, эта игра не славится какими-то хитами. Ой, точнее, студия-разработчик. Поэтому что... Привет. Слушай, прикольно. Блок, карта. Баллон какой-то. Маска. А вот уже тормоза. Окей, я... Так, двигайтесь в сторону области операции. Твою... Ёптвою, столько читать в игре, где нужно тушить пожар. Вы что, прикалываетесь? Это лейтенант Павлюк. Коллеги иногда серьезно бла-бла. Побежали, разберемся. Что мне... Будьте осторожны, коллеги, спасибо. Так, разработчик, на карандаш себе тоже. Какого хрена я должен столько читать в игре? О, смотри, Чернобыльская АЭС горит. Слушай, так классно выглядит. Вау! Очень круто. Пополните запас воды. Да, без проблем. Русского реально нету, да? Коллеги, помните, воду постоянно выключайте, чтобы экономить. Слушай, анимации там все реально прикольно. Так, а если я нажму F1 для help? Левая кнопка мыши. Повысить поток воды, понизить, переключиться на вторую канистру. Пока что только анимация, оно не реализовано. Достать карту, фонарик, маска.
использовать медикаменты на С. Маска, фонарик, а ну, это Г-маска. О, нормально. Фонарик. Фонарик тоже работает. Класс. Прям... Чё там, горит? Да, горит, сука. Перестаньте мне выскакивать. Где отключать это ваши гребаные подсказки? Нахрен не нужны, они мне не сдались. А тут ребята тушат. Тушите, молодцы. Так, взять лопату. Очень круто выглядит. В Стиме можно запросить доступ, короче говоря. Если ты хорошо себя вел, то тебе предоставят доступ, ты можешь поиграть. А полноценная демка... Так, ну ты нам нужен, помоги нам. Полноценная демка будет в июле, по-моему. Где-то в меню было написано. Погасите пожар где? Нация воды отстойная. О, гасится вроде, смотри. Так, ты вот чувствуешь этот металлический вкус у тебя во рту? Что-то странное здесь происходит. Хлебенко потерял сознание, Игнатенко еле стоит. Что-то очень сильное здесь. Смотри на сияющие металлические фрагменты. У меня плохое предчувствие насчет них. Не трогай их ни при каких обстоятельствах. Лучше убери их с главного пути быстро. Ой, я горю, походу, блин. То, что не читаю. Металлические осколки. Ага, я понял. Маску на... Так, оранжевые... Впереди показывают, что ты можешь туда залезть. Маску надеваем. Потому что я иду в окно, к огню приближаюсь. Слушай, как полыхает. Вы там, ребята, тушите что-то снизу вообще? А, да! Я умер, походу! Вот этот блестящий металлический осколок. Лопатой. Ликвидация в действии. Ну а что делать? Пока лопатой. Нормально. Так, другой вопрос, почему я умер? Типа я сгорел, да? О, у меня отнимается энергия. Отнимается энергия, не пойму почему. Окей, нормально, анимация нормальная. Пойдем, короче, дальше. Если я сейчас не умру, то все нормально. Энергия отнимается. Потушите маленький пожар. Я хрен его знает, потушил я, не потушил. Но мне теперь показывает, что мне нужно бежать в другую сторону. Уйдите из главной территории пожара. Ушел. Хорошая работа, молодец, брат. Чё? Получите новые приказы. Так вроде я ничего не сделал. Где моя карта? Да, он здесь со мной. Наш лучший. Ага, вон снизу я, типа, куда мне там идти? Хрен что разберешься. Здорово, мужик, что у тебя новые приказы? Ага, окей, спасибо. Здесь можно пополнить свою аптечку. Класс, у меня... О, две, супер, могу втыкать себе в руку еще.
Комрад, мы не знаем, что произошло, но похоже, что огонь распространяется. Он большие увечья нанес зданию. Мы неплохо потрудились, эвакуировали всех, но некоторые технические персонал наверху заперты, он не может выбраться. Ты что меня толкаешь? Я читаю. Завод уже пытается, блоки всякие мы не получились. Вот и ты нам должен помочь. Все, что мы знаем, что ты должен помочь. Так, получи новые приказы. Давай мне приказы. Возьми. О, инструмент. Хорош! Так, Фомочка. Используй их с умом, комрад. Похоже, в гэш-кош. Эй, кыш-кыш, ты чё, не подгружайся. Так, поднимитесь на первый этаж. А легко. А легко. Давайте, пацаны, тушите. Что-то я там не особо преуспел, по-моему. Пополнить канистру. Хотя, по-моему, вода бесконечная, наверное, потому что типа техническая демка. И, ну, сильно мы не будем париться по этому поводу. Хотя я не знаю. Здорово, мужик. Что ты тут? Что ты делаешь, дебил? Я что, умер? Я умер. Они стоят, пальцами раздвигают бумажный планшет. Что, дебилы, что ли? Какого хера ты делаешь? Тыкает бумажный планшет пальцами. Ну, тыкай, стой, придурок. Ладно, мне пофиг. Я пополнил воду? Да, подождите, подождите, пусти меня. Еще раз пополню, потому что вдруг оно не пополнилось. Хорошо. И давай сразу пополни энергию. Ой, не ту нажал. Что C, типа, сидеть, пополнить энергию. И Ctrl, это красится. Так, мне на крышу, правильно, я понял? Отлично! Ой, ой-ой-ой! Дождь! А, твою! Нормально. Нормально! Здорово, мужики! Чё лежите, отдыхайте? Пожар, как бы, харе, лежать, вставай. Лежит что-то, устал, наверное. Ну, работа тяжелая на атомном заводе. О! Горит как! О! Что это было? Что ты протер? Я не надел шлем, но сейчас надену. Блин, прикольно сделано. Мне нравится. Мне нравится. Но то, что вы не прорисовали даль, можно было так не акцентировать на это внимание. Здесь, да, достоверно воспроизвели по сериалу HBO прям, да? Одеваем, короче, маску. Пойдем. Так, убейте огонь и поднимитесь на лестницу. Я вижу, уже здесь по-любому надо убить огонь. Так, подожди. Хорошо, что оно не на время, там, до взрыва какого-нибудь реактора. Потому что если было на время, было бы хреново. Так, я убиваю огонь? Вроде убиваю. Судя по звуку и по цвету огня. Но вообще, физика воды мне совершенно не нравится. Мне совершенно не нравится. То, что оно тушится, я понимаю по звуку. Слышу, оно... Но при этом даже дым не начинает идти от огня. Там ничего не меняется. Вот это мне не очень нравится, конечно. Так, а мне куда, собственно говоря? Бэскакун. Всем здорово. Что ты там горишь? Я тебя потушил, падла. Ну, предположим, потушил. Я тебе скажу, я вот сейчас там. Ты типа думаешь, вот он сидит передо мной, вот же он. Нет, я там.
Мне прям интересно. Вот придумают же симулятора. Симулятор тушения пожара на Чернобыльской АЭС. Ну а блин, а как из этого сделать полноценную игру? Если только игра же называется не симулятор пожарника, это симулятор последствий аварии. То есть мы не только будем пожар тушить. Наверное, будем все по фильму HBO делать. Потом дронами будем камни сваливать эти урановые. С крыши скидывать, как они там делали. В костюмах, наверное, будем защитных ходить. Так, неплохо. Ну, можно, в принципе, разгуляться. Подумать. Если у вас сидит команда разработчиков и думают, чем бы нам еще здесь заняться, когда мы потушили пожар, я думаю, можно придумать. Так, неплохо. Мне дальше вверх, да? Да, поднимитесь по лестнице. Поднимаюсь. Слушаюсь и поднимаюсь, как говорится. Слушаюсь. А что там запись идет? А запись идет, а ты думаешь, а он не включил запись. Я включил запись. Так что не надо мне, пожалуйста. Так, дальше не могу. Дальше вот сюда. Ёпа! А там все спокойно. Хорошо, пойдем дальше. Простой путь, самый простой. Так что тебе нужно брать долгий путь. Двигайся по северный блок и достань суплементы стена крыло. Это очень-очень сложно, если что вдруг. Хорошо, спасибо. Потуши и прыгни. Я могу попробовать сделать это одновременно. Но вряд ли ты от меня этого ждешь. Потушил. Фаза номер два. Прыгнуть. Так, подожди, дай разогнаться. Я не знаю, допрыгнул ты туда? Он вообще даже не бежит. Да сука, ты беги. А, я понял, это автобег идет. Как это я долетел? А, что написано? Почеши и прыгни. Почеши. Почесал. Прыгнул. Все, игра. О, радиоактивный булыжник. Ой, мне плохо, выкидываем его. Это уран, если ты не понял. Стенки реактора разнесло, и мы в шоке убираем уран. Туда, короче, к северной стене двигайся. Окей. Вниз? Вниз. Вижу дверь. О, можно пополниться. Так, берем. Берем все, что дают. Вроде вода, да, пополнилась. А как-то здесь можно переключиться на второй бак, да? Что ты хочешь? Как мне открыть это? Ну, я вижу дверь, но она не открывается. О, фонарь. Хорош. Я затушил дверь, все нормально. Так а что ты хочешь? Ты почему не открываешь дверь мне? Может, мне надо выбрать топор и выбить ее? Прыжок, спейс, ага, так. Газовая маска. Спрятать худ. Спрятать это. Карта. Карта лампы. Вторая канистра. Взаимодействовать. Инвентарные объекты подсвечены. А! Ой-ой-ой! Вот так, тихо, подожди. Интерактивный объект. Так вот я нажимаю. Походу игру заглючило. Потому что я сейчас нажимаю Е взаимодействовать, а ничего не происходит. Ну давай умрем, может потом получится сейчас заново. Ваа, я умер. Так, давай. Ну! Открой дверь, пожалуйста. Ты чё, придурок? Открой, я говорю, дверь. Разработчик! У меня жалоба! Я еще раз сейчас умру, и если не получится, то... А это что?
Может мне снять газовую маску, потому что я в ней не могу? Ты прикинь? Ты прикинь, я в газовой маске не мог дверь открыть. Это странно. То есть мне надо умереть, чтобы открыть дверь? Бляха-муха. Спасибо. У меня, правда, ноль их осталось, но мне приятно, что я все равно смог использовать одну. Очень странно, что мне пришлось снять маску, чтобы открыть дверь. И почему я один иду? О, молодец, маску снял. Красавчик, зато дверь открыл. Тоже снять маску, да, чтобы вот это стряхнуть? Конечно! Чтобы активировалось действие, тебе приходится снимать маску. Может, я боюсь ее разбить? Типа, что бы я ни делал, главное, чтобы маска не разбилась, я буду ее снимать. Я ее одену снова. Нормально. Чего-то не хватает. Не хватает, наверное, криков каких-то на заднем плане. Не умирающих криков, а криков работы другой бригады, какой-то паники, рации. О, рация, чтоб у меня там. Николаич, ты где? Быстрее на северное крыло! Николаич, подожди! Вот что-нибудь такое. И чтобы еще было прикольно, чтобы он сам говорил, да? Ты согласен, что это горит? Потому что иначе так одиноко становится. Хотя игровой процесс меня прикалывает. Мне нравится. Очень круто. И далеко, кстати? Смотри, мы уже 20 минут играем. Далеко мне дадут пройти? А мужики там снизу работают. Так, следуйте вдоль северной стены. Следую. Нет, смотри, на этот раз получилось даже в маске открыть. А иногда что-то не получается. На Е жми, и оно все открывается нормально. О, внутри сейчас будем здание. Тема. Там же радиация, конечно. Там, наверное, так и не пройдешь. Зачем ты снял каску? А здесь будет как в Call of Duty, наверное, все будут умирать, и я буду за новых играть. Ну, блин, конечно, там такой уровень радиации, что он без защитного костюма туда идет, в обычном пожарном костюме, ты прикинь. Все, он сдох, он того. Очень жаль, очень за него обидно, прямо скажем. Продолжение следует! Это все, это была демка, которую мы с тобой успешно закончили. Прикинь, мне понравилось. Полноценная, более такая продвинутая демка, может, с оптимизацией какой-то и больше игрового времени. Спасибо, что сыграли. Будет в июле, сейчас я где-то это читал, сейчас я тебе покажу. И тогда мы, наверное, снова вернемся в эту игру. Так, спасибо, что приняли участие. Последний апдейт 8.04, это вчера. Полная демо будет доступна в течение летних каникулов, в течение летнего фестиваля Steam с 16 июня по 22 июня. Ну, совсем уже скоро. Чернобыль ликвидатор симулятор. Уху, мне понравилось, надеюсь, тебе тоже. Тогда не забудь поставить этому видео лайк, подписывайся на канал, активируй колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И мы с тобой обязательно вскоре увидимся снова. Меня зовут Энди Бум. Спасибо, что смотрел. Пока.